Липецкой области разного уровня некоммерческие организации, но все они нуждаются в очень серьезной ресурсной перезагрузке, ресурсной поддержке. И она прежде всего в кадрах. Кадры нужно прокачивать, кадры необходимо готовить, ну и самый ценный ресурс, который есть в некоммерческом секторе, да и вообще в жизни, это ресурс человеческий. Вот такие программы, как мы увидели сегодня на этой школе тренеров, они помогут прорасти зернам партнерства, самоорганизации, самореализации лидеров, помогут им окрепнуть, встать на крыло. То, чему мы здесь научились, пригодится даже элементарно в нашей семейной жизни, в отношении друг с другом, со всеми членами семьи. Это очень интересная работа на коммуникации с разными возрастными группами членов семьи, с нашими детьми. Это понимание интереса другого человека, понимание его ресурсного состояния в какой-то момент жизни. Да? Мы можем же очень долго и много задавать друг другу вопросы. Что, у тебя плохое настроение? А что случилось? А почему? А как? А в этот момент, возможно, просто нужно оставить человека в покое, понаблюдать за его состоянием, понять движение его души, вот его ресурсность оценить. Предложить или, наоборот, отпустить от своей опеки, от своей помощи. А здесь, на семинаре, мы как раз учились наблюдать за состояниями друг друга, поддерживать или отпускать, собирать энергию, наращивать вот эти энергетические потоки, потому что у каждого из нас есть что-то уникальное. И собирая, мы все очень любим партнерское взаимодействие. А вот здесь нас учили это самое взаимодействие выстраивать. И эффективные инструменты выстраивания этой работы нам дали. Вот практически бери и делай.